В конце мая в России отмечается День предпринимательства. Мероприятия в поддержку бизнеса прошли по всей Московской области. Организация «Движение первых» не стала исключением и провела образовательную программу для всех желающих, посвященную теме бизнеса. В чем отличие стоимости от себестоимости, как выбрать форму сбыта продукции, кто такие индивидуальные предприниматели? Это и многое другое школьники узнали на открытом уроке от «Движения первых» под названием «Бизнес-ринг». В «Движении первых» по всей стране проходит акция «Делай дело», «Дело первых». Поэтому мы решили приурочить к этой акции такое мероприятие сделать. Бизнес-ринг – это интеллектуальная командная игра, где участники соревнуются в знаниях о предпринимательстве. Школьники узнают много нового о предпринимательской деятельности. Законы, связанные с предпринимательской деятельностью, решат различные задачи. Каждый из участников сможет разработать свой собственный бизнес-проект. Не обошлось и без игровой части, где школьники смогли не только решить увлекательные задачи, но и создать собственный бизнес-проект по техническому заданию от организаторов. Я представляю свою компанию под названием «Собачка». Не спрашивайте, почему такое странное название. Бизнес-ринг позволил познакомить подрастающее поколение с основами предпринимательства.